Радуем своих зрителей 24 часа в сутки. Сегодня 19-летие отмечает окружная телерадиокомпания «Югра». В этом году для югорчан и зрителей по всему миру мы сделали более 1500 часов новостей. Наши корреспонденты выходили в эфир с ключевых событий года – фестиваля «Дух огня», Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи, Петербургского международного экономического форума, старта командного чемпионата мира по шахматам. Ни одна рабочая поездка губернатора Югры Натальи Комаровой в 2017 году не обошлась без прямого включения с места событий. Вышла в эфир программа «Больше, чем новости» – передача с глубокой и интересной аналитикой. Гостями передачи стали Мария Волдина, Сергей Устюгов, Ирина Слуцкая, Андрей Кириленко и другие интересные и заслуженные люди. В этом году зрители полюбили первое северное интерактивное шоу «Югра в твоих руках». Проект, который связывает телевидение, интернет и соцсети. Программа журналистских расследований, по сути, обрела новые лица и новое качество. Будни наши зрители неизменно встречают с утренним шоу с 7 до 9. Утренний канал и новости совместно сняли фильм о восхождении на гору Неройка на протяжении... Тысячи часов развлекала слушателей по утрам и радио «Югра». В этом году в компании появилась 4К-студия.